Все, друзья, сейчас временно сменил на Мадзу. На вот этого синего. Почему? Потому что он не тонет, когда он ложится на воду. Ему, собственно, пластмасса хватает, чтобы держаться на плаву, как поплавок. Но когда тянешь, он ныряет. Блин, зацепился пальцами. И, короче, сейчас проверим. Если моя теория верна, то должна взяться щука. Потому что она, наверное, стоит вся сверху. Где елочки? Вот сейчас я в траву заблудил, надо это все вытащить дело. Прям на траву пошел. Вот. Сейчас, короче, проверяем. Он хорошо летит так далеко. И плавненько тянем вот так. Херня, трава. Травушка, блин. Но он и мечи идет. Вот и поднимается, видите, прямо. Протянул, он поднялся. Хоп, поднялся. Травы, наверное, взял. Нет. Не взял травы. Хоп. Вау, там где-то хорошая сыграла. Блин, прям в траву. Нет, вышел. Выныривай так прикольно. Так, ладно. Пройдем дальше. Так, проверяем там. Трава, бля. Вау, там кто-то гоняет кого-то.
Попаду, не попаду туда. Во, почти туда. Так, ну-ка еще разок туда бахну. Ну не туда попал. Кто-то стукнул, друзья. Прям в лодку зашла вторая щучка. Вот они. Вот мы. Там кто-то тоже, что ли, киданул спиннинг, или мне показалось, или щучка выпрыгнула. Короче, моя теория не подтвердилась. Я, короче, сменил опять на мазу, поставил. Вот. Короче, ребята, это Намадзу называется. 20-й цвет на коробочке написано. А который первый был, у меня был 6-й цвет. Вот, ребятки, запоминайте. 6-граммовый, короче, он. 6 грамм. 6 граммов, 6-й цвет, классный вообще. Хороший, уловистый, друзья. Рекомендую. Покупайте. Стоит 140 рублей. Вот этот, по-моему, 130, а тот 140. Вот такие дела. Там метров 50 возле куста как щелкнуло, блин, щучара прям в несколько раз. Несколько заходов выпрыгивало. Сейчас попробуем до туда дойти, но попутно покидая. Трава, блин. Травушка, травушка здесь. Как раз там, где я окуня вытаскивал. В том месте, возле того этого, возле той бухточки. Если кто помнит, про бухточку я говорил, когда я заплывал в нее. Потом я утку там зафигачил. Ну а так давно ударов не было после этой, которую сейчас только что поймал минут 10 назад. Удары реже стали, или здесь шире стало, или что, или на. Там просто все сгруппировалась щука. Все равно мы ждем, 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 еще поклевок. Солнце еще высоковато, еще над деревьями вон. Ему еще садится в высоту дерева. Ну это примерно минут 40-45 еще садиться будет. За это время мы можем еще поймать штуки 3-4. Я так думаю, такими темпами, как она вот здесь била,
Я думаю, она должна сегодня еще мне попасть. Уверенно это говорю, ребятки. Посмотрим, что в конце будет. Подведет моя уверенность меня или нет. Ошибусь я или нет. В этих расчетах поклевочных. Вон там прямо щелкнуло. Вот она взяла. Вот она. Давай вот так засечем тебя. Давай. Спустим тебя вот так пониже. Давай. На одном крючку держится. Ну хорошо. Ах ты хата. Вот она третья, друзья. Вот она Намадзу взял снизу. Но она бы уже сойти смогла, ребятки. Вот все, друзья, третья есть. Третья обловились. Ну, я думаю, эти рыбаки услышали. А, они уже домой пошли. Ну и слава богу, что они домой пошли, ребятульки. Ставим вот такие вот лайкосики. Вот, блин. Во, блин. Это другая щука в середине была. Это сейчас вот здесь вот сыграла. Сейчас туда попрыгаем. Так, переключились, чтоб коротенько. Вон она прыгает. Ребятки, она вон там прямо активничает вообще. Сейчас проверим здесь. Опять пока до туда пойдем попутно. Сейчас проверим. Видите, три уже поймал. Ребятки. Ну, по планам как бы. Что я сейчас говорил, еще три-то точно может быть. Ну, хотелось бы и больше. Я бы штук и 15 поймал уже сегодня. Было бы вообще зачетно, ребятки. Потому что скоро у меня уже начнется охота на утку, и у меня времени не будет вообще совершенно на рыбалку ходить. Ну, пока что патроны будут. У меня всего 21 патрон. Ох ты, блядь. 21 патрон дробовой. И двух нулевых у меня, наверное, штук 60 есть. Вот, четверки, короче, 21 патрон и нулевых штук 60, это точно. Ну, с нулевки я... Попробую пострелять по уткам, если мне понравится, то я буду стрелять ее с нулевки. Если не понравится, то не буду даже портить их. Посредством у меня нету денежных средств сейчас как бы. Временно нету, отсутствуют. Отсутствуют у меня временно средства. Тройник у меня завернулся, сейчас неправильно идет. Вообще неправильно идет. Сейчас мы его поправим. О, он сам поправился, друзья. Сейчас, короче, будем вот в этот райончик кидать. Вот как раз примерно там она и где-то щуполчит. Щуполчит где-то. Давайте не дергайтесь, друзья. Ребятки, щурятки. Вот там тоже сыграла возле куста, возле берега прямо, друзья. Опа, прям как раз туда, где она играется. Сейчас проверим, где она тут есть. Сейчас я, ребятки, вот здесь серединки маленько обкидаю, чтобы быть уверенным, что под лодкой у меня нет, и я не пропущу ее. Сейчас мы маленечко обкидаем здесь, раз 5 кину, и пойду тут возле берега обкидывать. Сейчас вот здесь вот такими вот бороздочками пройдусь. Вот. Вот такими вот бороздками пройдем сейчас. Ребятулечки. Подписчички мои. Любименькие подписчички. Активненьких штук 30 у меня есть. Ну, может, 50. И 1000 человек. Молодцы, конечно. Хотелось бы больше. Из 1000 вообще можно было человек 200 активных иметь. Но у вас нету активных таких, которые лайкосики ставят и просмотры у меня за сутки набирают. Вот, друзья-друзья-друзьяшки. Ну все, сейчас сюда кидаем к берегу. Солнце меня ослепило, я вообще нифига не вижу. Взял их. Вот она. Я же говорил, как раз вот туда вот надо кидать. Давай, дай, выходи. На два крючка взялась. Подруга полкилоошница. Ну вот, видите, четвертая есть, друзья. Видите, как она? Прям вообще не взялась, ёпты. Я ее вообще не понял, как я ее вытащил. Четвертая, друзья, ставим вот такой вот лайк. За четвертую щучку. Вот. Ставим лайкос. Вот такой. Так, следом проверяем вот здесь. Ту мы выловили, которая прыгала. Щеболкова, которую говорил, вот. А, у нас вон там еще возле куста одна есть.
Так что я еще не дошел до другой. Ну вот здесь где-то в середине одна активничала тоже. Сейчас проверим, ребятки. Вот здесь, в серединочке. Давайте прозвоним. Где она есть-то у нас, подруга наша. Дней суровых. Травинушка была. Так. Травушка-муравушка. Эх, травушка. Ну-ка вот сюда, вот прямо к берегу. Опа, вот так вот. Пройдем, пройдем вот так. Так, ладно, нету никого. Сейчас вот сюда же опять к берегу кинем. Я думаю, может, она тут и не одна была. Вот. Так. Четыре есть, да? Самое большое нынче я 8 штучек брал. А здесь вот в этом тюпу я брал 6, самое большое. 6. 6 штучек. Прикиньте, солнце в тучу идет. Прям в тучу, вон, видите, заходит, как, ребятки, оно сейчас исчезнет. Вы представляете, оно исчезает, солнце. Смотрите, смотрите. Оно исчезает. Я даже не смотрю на воблер. Смотрите, вот просто солнце уходит в тучу. Смотрите, смотрите, смотрите. Прям наблюдайте, как оно уходит. О. Смотрим, смотрим. Сейчас оно уйдет и, наверное, щука перестанет долбашить. Вау, уходит, 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 уходит. Ну, слепоты хоть не будет такой, которая ослепляет. Все, смотрите, солнце прячется. Видите, на западе прячется, друзья. Вот такие, друзья, дела. Спряталось солнышко у нас. Там у нас дикий запад. Ладно, переключу сейчас паузу. Взялась. Вот она взялась. Взялась. Это которая возле куста, ребятки, была. Но это зацепилось хорошо. Вот пятая, друзья. Пятая. Пятая взялась, друзья, вот она. Видите, пятая. Надеюсь, снимаю ее. Да, снимаю. Ну что, кто теперь щеболка здесь будет, подруга? Давай рассказывай. Видите, как взяла с тройником, вообще классно. Две дырки себе сделала. Во рту. Вот. Щеболкнула. Пятая есть у нас, друзья. Пятая. Одну я вон там взял, одну вот здесь вот сейчас. Вот она, пятая. Так, пять штучек есть. Подружка. Так, паузец. Поснимаем еще. Так, вот пять есть у нас, друзьяшки. Вот такие вот дела, друзья. Классненько. Пять щучек. Ну-ка вот сюда сейчас бахну. В этот заливчик. А, в траву прямо угадал. Трава мне ни к чему, друзья. Так, ладно, сейчас на ту сторону. Побулькаем. Изначально, где я на лодке спустился, метров 150 я прошел уже.
Так. Что-то чувство мне подсказывает, где-то вот здесь вот должна быть тоже. Щуканечка. Окунишку бы на килограммчик взять, было бы вообще зачетно, блин, друзья, я бы вообще радовался. Я окуней-то вообще сильно не ловлю, потому что они не попадаются. У меня 3 знакомых человека, которые их вообще ловят прям классно на спиннинге. Вот так вот. Наяривают прямо классно. А я не могу так чисто специально, у меня как-то щуки больше попадаются. Как-то так, ребятушки. Утка пролетела, а я весло-то не приготовил даже. Переплеснулся носик. Ну ё-моё. Так, начинаем, ребятки, вот здесь звакать. Звянякать. Тут как бы травушка-то активна. Показывает, что может быть щучка. Вот вода похолодала, может быть из-за этого щучка маленько активизировалась. Как бы сегодня за промежуток маленький. Уже как бы и ударов было прилично, и поймал я 5 штук. Там опять кто-то булькает. И спереди кто-то 70 метров от меня. А вон утки сели, 2 штуки. Так, ладно. Так, звякаем вперед, вон в те окошки. Сначала вот так возле травушки. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп. Хоп-хоп. Так, здесь никого. Ну-ка, а вот здесь? От меня полетели ути. Ути-ути от меня. Знаю, что я тут веслом могу махнуть. И все, прилетели.
кто тут у нас возьмется в этом месте? Признавайтесь. Давай, кто вперед, друзья. Либо окунь, либо щука. Давай, давай, давай. Так, сменили батареечку. Так, 5 по-прежнему так и есть у нас. Травушка, елочка, елочка, травушка. Оп. Длинная травка, что ли, мне? Точно, не ошибся я. Вот. Длинная травинушка. Опа. Вот сюда кинем. Угу. Ну вот с этой стороны как-то не очень-то активно ее, этой щуки наблюдаю я. Нету нифига ее. С той стороны больше было, друзья. По сравнению, вот тот раз я плавал здесь. У меня на той стороне больше было, чем здесь ударов. Видите, кто-то пытается сожрать вот эту вот бабочку. Или это стрекоза лежит. Стрекозка лежит, ее кто-то пытается съесть. Мальки, наверное, какие-то. Так.
Молодая ушла. Она летать-то не умеет. Вот она в чем дело-то. Так, вот такой вот закат в тучке. Ребятки, перебрался на другую сторону, пытаюсь прозванивать эти места. Тут вот травы-то много такой стоячей. Вот таких трубочек. Сейчас посмотрим. Надеемся на хороший результат. И крупную щучку. Тут вообще вот так можно через травку. Вот она промазала. Нет. Да, промазала, сука. Прямо я прям на нее попал. Она прям промазала. Прям там была она. Сейчас, друзья, туда же, в тот райончик. Хоп. Хоп. Ага. В тот райончик. Но это бесполезно. Травы поймал. Прям на нее кинул, блин. Она прям выпрыгнула, как это. Как дельфин за ней. Длинная трава мне не даст сейчас рыбачить. Не даст. Вот сюда вот надо. Вот сюда надо. Прям на нее, блин, попал бы. Видите, какая трава идет, бля. Херово, что она такая тут. Ну-ка, вон туда сейчас кину. Там уже другая будет. Эта-то ушла, пойди оттуда, с травы. А может, ну в смысле, она там в траве осталась. Да, не ушла. Так, ну-ка, а если я куда-нибудь еще сюда же? Вот так. Хоп. Куда-нибудь туда-то. Ну трава не дает мне пройти просто этим воблером. Мне надо было тот одевать. Воблерок. Видели, сколько травы прям притараканил, как кошкой. Выдираешь. Прям вообще дофига травы. Вот. Что такими тройниками-то тут? Кажись, вот здесь вот она была. Ну что тут? Травища вон какая в воде стоит. Ну щука это любит такую траву, блин, вообще любит вот такие вот деревья и елочки. Сейчас он туда кинет. Так, ладно. Сейчас вон в тот экран кинем. Вот сюда, ага. Надо не потопляйку сюда кидать. Не потопляйку. Но я не буду уже перекидываться. Буду на эту рыбачить. Взялась. Ай-да. А, забагрилась, друзья. Сейчас уйдет. Уйдет, губа сорвалась. Губа порванная. Порванная губа. Вот она, шестая, друзья. Намадзу рулит. Вот. Шестая, ребят. Ну, еще не вечер. Солнце у нас уже село. Но еще не вечер, ребятки.
Только что промазала чурогаечка, друзья. Вот здесь. Но был ударчик такой микро, такой. Прямо. Воблерок прям задела она классно. Блин. Трава, собака. Так. Сука. Еще и перепуталась тут как-то. Непонятно. Блин, вот. Собака-то, а какая? Вот так сейчас. Сейчас соберем вот это все дело. Так, где-то она вот в этом районе. 6 у нас есть, друзья. Надо пробовать 7-ю вытащить. Давайте сейчас поколебаем вот здесь. Вот сюда кину сначала. И вот сюда вот потяну сейчас. Вот так потянем сейчас. Собака это у нас шумит, здесь подшумливает. Щучка. Так, сейчас вот сюда бахну. Сюда же потяну. Ну, она может уже под лодку пришла, потому что у нее есть такая фишка. У щуки она за воблером по траектории примерно идет. Движется. Думает, что рыбина туда пошла. И она могла уйти. А могла тупо обколоться и не пойти дальше. Сейчас вот сюда опять бахну и вот так протяну. Так, хоп, нету никого. Ребятулечки. Кажется, 7-й нам обломчик. Ну, 6 и то уже нормальный результат. Так, ладно, сейчас мы отгребем. От берега подальше отойдем. Примерно вот столько вот. Сейчас вот сюда бахну, пока отплываем по инерции. Может, здесь кто есть? Так, здесь никого. Сейчас вот сюда. Тут где проплыли, под лодкой было место, которое не прокидывали. Вот здесь звякнули. Сейчас вот в этот уголок бахнем, куда она могла уйти в первый раз. Трава, блин, зацепила. Я заметил, когда за траву зацепляешься, резко останавливаешься, и воблер сильно не набирает на себя травы. Он уходит обратно, отцепляется. Либо поглубже заныривает, либо чего. Но в большинстве случаев он без травы выходит. Вот она, вот она. Давай, 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 7-я, давай, да. Ай, да, ай, да, она почти там же была, возле той травы, друзья. А, блин. Вот она, 7-я, ребятулечки. 7-ю вытащил. Она, смотрите, вообще не взялась. Вот она, 7-я, друзья. Вот уже у меня в пакете, видели сколько? 7 щучек. Нормально. Классно сработали. Ставим вот такие вот лайкосики. Печатаем вот такие комментарики. Где-то лебеди летят, друзья. Над лесом вон они летят. 2 штучки. Ага. Помните, я вам показывал их, только было более светлее.
Ну что, ребятулечка, решил я, короче, закрывать сегодняшнюю рыбалочку, так как нам хватит сегодня 7 щучек, это вполне нормальный результат. Сейчас вылезем, снимем, покажем вам, сколько мы поймали, что почем, какие размеры, и поеду. Вот, оставим на следующий раз рыбку, в следующий раз порыбачим. Будем знать, что тут осталась еще щука. Ладно. Вот так вот вылазим, друзьяшки. Вот так. По таким качкарям. Мне это вот не нравится такое дело, конечно же, по кочкам вылазить. Тут раз вот я... Вон, до великом я не доплыл, короче, 150 метров. Вон там он стоит. Но ничего. У меня тут самое такое место четкое. Самое такое малое расстояние по траве идти. От воды вот, 10 метров всего. Вот, сейчас вытрясу, покажу, чё кого, сколько рыбки я поймал. А вы, конечно же, я же знаю, вы у меня хорошие подписчики, поставите лайкосики, комментарчики оставите, скажите, молодец какой Артём, поймал сколько рыбки. Ну вот, высыпаю, вот сюда вот так, хоп, 7 чурагаев. Вот они, мои щучки, друзьяшки. Сейчас, короче, я их разложу. Так, хопа, одна. Хоп, вторая. Третья, друзья. Четвертая. Вот она, пятая. Вот шестая. Ну и вот седьмая. Вот, друзья. Сейчас руки вытеру. Вот. Черков. Вот такой вот у нас результат, друзья, из 7 чурагаек. Ну, по сравнению с сапогом. Ну, нормальные чурагайки, такие грамм по 400, по 500, вот такие вот селфики, вот такой вот лайк ставим. Всем спасибо, кто досмотрел, друзья. Всем пока и удачи. Где она у тебя тупанула? Рядом с берегом? Да, блядь, там ты хуй возьмешь больше. Удар хороший был? Да. Сейчас я нахуй с моего... Блядь, говорю. Чё ж ты своего тиранозавра сразу не ставишь, блядь? Ёбаный в рот! Чё? Чё? Поймали друг друга? Тащи быстрей! А бесполезно уже встал. Тащи, тащи! Тащи только быстрей! Женёк блеснул сразу, снимай! Так ты ее сними! Ага. Че, не достать? Блядь, сейчас я вот все ебану. Да? А? Ну-ка, Руся, отойди. Отойди.
Так, где мой сачок? Куда я его захуярил? Тиранозавр, блядь. Всего один ударчик, друзья, был у меня. Очень много травы, паутины, которая цепляется за тройник. Вот цапля полетела. Утки вообще мерено-немерено. Сейчас проверим, что у нас. Блёстка перестает работать вот после вот такой паутины. Видите? Вот. Как-то так. Ребятишки. По той стороне надо было идти. Приехали в непонятное место, блин. Ну, тут может быть щучка. Место такое классное, щучье. Но блесна почти не работает. Зацеп за паутину за эту. Видите, вот паутина тянется. Табунуто полетел 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Ой, еще 3, 6, 7, 8, 9, 10. Одел, друзья, свою любимую воблеру. Вот такую вот. Пытаюсь облавливать места. Никита. Друзья, смотрите, клубника растет как. Охуеть. Обалдеть, сколько ее тут. Первый раз я клубнику нашел. Видите? Ее тут много. Вообще растет она вот. Сколько ее. Обалдеть. Не знал, что она такая дикая есть. Вот одну чурогаечку поймал на речке Оша. В районе деревни Туралы. Даже не Туралы, а Кучки. Вон там, на той стороне. Утки вообще много летает. Друзья, отрыбачил сегодня с одной пирогой. Вот такой, видите, да? Вот, иду. Меня уже сигналить начали. Ушел я, наверное, за километр, блин, от машины. Вот, херачу по такой дороге. Местность вот такая вот. Кстати, меня эта местность удивила тем, что здесь есть клубника дикая. И здесь много утки летает. Вообще много. По речке Оша. Были бы у меня колеса, я бы здесь даже на осеннее открытие приезжал. Сюда стрелять можно было бы. Популяция сильно большая. Вот.
Почему-то вон там дорога. Знаки вон виднеются. Сейчас выйду. Дорогу. Да, наверное, домой. Че они там уже запипикали, блядь. Вон пацаны стоят на машине. Хуя я ушел. Нормально, кстати. Не доехали мы, блядь, до этого места. До знака 1 километр. Че, друзья, сплаву за воблером. Воблер свой проебал. Сейчас вот здесь вот щучка прыгнула. Сейчас проверим ее на реакцию на джиг силиконом. Ебать, это чьи пиявки? Твои? Ты что, 2 поймал? Нихуя ты даешь, паря. Ты отличился, блядь. На что взял? На Кракена? А, китайца? И еще одну охуенную. Сука, она слева шла. Прям вот. Но не брала его почему-то. Просто провожала, блядь. Чего ей мне не понравилось, я вообще не знаю. Сильно большая была? Блять, как у Коли примерно. Может даже чуть больше. Может, чуть, ну, чуть больше, стопудово. Просто провожал. Меня увидела нахуй. Хуяка ж волны, блядь. Видишь, мой так плывет. Видел? Угу. Видел. Вот он, китаец. Ну поближе покажи хоть на камеру-то. Касадака. Косадака, косадака. Видите, друзья, уловистая. Прям Руслан уже 2. Как ты сделал их? Большим забросом захуярил. Да нет, вот на много берега. Он видит кусты примерно. Угу. Ясно, ясно. Я не водить не умею. Ну хули ты же, блядь, таймень это по-другому ловишь, а эту хуйню вообще по-другому надо. Косадака. Может, тебе показалось? Нет, не показалось. Ну смотри, как надо ее ловить. Блин. Облесенки пробовали делать? Пробовали. Был такое. Первую вот эту, ой, вторую маленькую, ты как поймал? За бочину, блядь. Значит, ты ее не поймал. Она промахнулась, наверное. Ты ее просто забагрил и все. Да? Конечно. Женек тоже до дну? Да. Мне прям. Косадака. Марка зеленый китайцы называют. Гринфина. Сейчас она вечером вся у берега будет. Вернулся. Да нахуй надо? Ну как надо? Сейчас здесь ебану все. Давай. Хуя, ну за такую, блядь, штрафу ебанут нахуй. Две, четыре, шесть, восемь, десять, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 6. Я его увидел маленького, он обратно едет. Не Орлова. Ну какая это, Русь, какая там деревня? Чемчемякина. О, это, Туралы. Туралы? Ну мы не в Туралах, мы в этих. Мы в Кучках. Нет, нужно ехать, вот. Женек, мы в Кучках на мосту. В Кучках на мосту. Снимать, блядь. В Кучках на мосту. Вот такая вот херотень. Вот, туда сворачивай. Так ты интервью на солнце встань, чтобы тебя видно было. Да нахер надо. Ее в темноте видно прям. Так я тебе говорю, у тебя на нее и долбит. Сколько она стоит?
Да, питомная. Брательник вот, покупал, говорю, что-то 600 на Алиэкспресс? С копейками. На Алиэкспресс? Нет, он в Омске брал. Ага. 600 или 400, да, что-то да, такое. Да, ну. Да, да, да. Ну, так не бывает, ну вот я... Прямо, знаешь, прямо... Сколько ты поймал? 10? На нее? Ну. В смысле, 10. 3. Ну, из рыбов там... А что у тебя дохуя рыба? Штук 5. Ну, вот так вот, где-то твоя... А-а-а. Друзья, вот приехали с женой на Степановку. Речка есть такая. Кто? Речка, говорю. Так, сильно не топай. Ну вот, например, вот так берешь, сейчас открываешь вот эту хуйнюшку и вот так, хоп, вот сюда вот так кидаешь и ведешь вот так. Вон, смотри, рыбка, видишь, как плывет. Вот. Ну, вот здесь вот она больше должна быть. Вот так. Только сильно далеко-то не кидай. Ну, никак. Ну, теперь тащи. Крути, крути. Крути, крути. Ну, сильно, сильно тянешь. Послабже маленько. Ты смотри, чтобы она не вылазила с воды сильно. И просто крути. Короче, включимся, если в удар будет. Че, друзья, поиск щуки продолжается. Ищем, ищем. Но пока что нет. Уточки взлетают. Где? Но? Но это их больше тут было. Их... Нет, это сорока. Ну тут место, кстати, щучье. Только надо найти ее. Видала? Вот здесь выпрыгнула. Но. Но не к моей приманке выпрыгнула, а просто выпрыгнула. Сейчас я попробую ее вот здесь поддинькать. Просто, блядь, не хватит мне, наверное, спиннинга. Хотя хватит. Большая чурагайка. А одна что-то там утка сидит. Осталось. Что, больше еще воды? Нет? Что, дальше пойдем? Тебе не хуёво, просто жарко? Или с непривычки тебе? А? Спиннинг только не растопи. А? Вон там утка вон сидит, что ли? Ага, уточка, видишь?
Видишь, плывет? Вон. На той стороне. Видишь? Да, маленькая. Ну, это черочек. А, я на ту сторону смотрю. Черочек, видишь? Блять, неужели она здесь вся такая заросшая? Здесь хоть идти удобно, да? Ну вот отсюда можно было бы стрельнуть и все. И утка на месте осталась бы. А? Вон еще утка поплыла. Даже не одна, а две. Три утки вон спереди, видишь, посреди сидит одна. Видишь? Вот здесь тоже что ли одна утка где-то рядом. Сейчас взлетит что ли, мне кажется. Или это рыбка сыграла. Блять, в траву кинул. Но вон там их три штуки прямо. Утки. Блять, опять в траву. Да ёбана в рот. Не, наверное, надо идти отсюда. А? Я думал, здесь вода больше. Тут, сука, ее почти нет, нихуя. В сапогах-то ясно, понятно, хуёво жарко. Мне ж самому хуёво. Где? А? Интересно, сколько время? Ну, еще 15 минут всяко нет. Пятьдесят одна. Ага. Если мы поторопимся, мы успеем, да?